Правительство области заключило новое соглашение на 5 лет с Архангельским траловым флотом. По сути, это продолжение сотрудничества, которое уже существует. Новый документ предусматривает сохранение прописки тралфлота в нашем регионе. А значит, налоги будут поступать в бюджет Архангельской области. Сохранятся и рабочие места для жителей Поморья. Более того, ежегодно на прилавки наших магазинов будет поступать не менее 1500 тонн продукции. Для компании это возможность работать, это возможность зарабатывать. Как каждому бизнесу интересно получать прибыль из того, что мы работаем. И, конечно, сегодня мы говорим о том, что мы пришли всерьез и надолго. Мы хотим продолжать эту работу. И все наши успехи, которые были достигнуты на этом поприще, в немалой степени были, наверное, с помощью правительство Архангельской области. Также правительство региона сохраняет за собой право согласовывать любые изменения в уставе АТФ и в составе совета директоров общества. Уверен, что, как и эти 4 года, которые прошли, они будут полезны и нам, и акционерам, поскольку главной целью всей этой работы совместной всегда было, остается и останется на будущее, развитие компании в интересах развития региона и благополучия жителей Архангельской области. Стоит заметить, что в 2020 году Архангельский тралфлот отметит свое столетие.